Друзья, всем привет! Давненько у нас уже не было обзора на наушников, знаю, соскучились. Так вот, предоставляю вашему вниманию очень интересные наушники от KZ. Модель ZS10 Pro 2, вот такое сложное название. За свою цену, а стоят они на данный момент чуть больше 3000 рублей, уж не знаю по какой скидке акции, потому что не так давно я смотрел, они стоили больше 6000, сейчас, возможно, какая-то акция проходит и стоит чуть больше 3. Так вот, за эту цену сюда установили огромный 10-миллиметровый драйвер, это говорит о том, что у нас будет прекрасный бас, а также 4 балансные арматуры, 2, которые отвечают за средние частоты, и 2 за высокие. То есть, по сути, здесь с высокими частотами проблем тоже быть не должно. Мало того, сюда установили 4 аквалайзера, встроенные в сами наушники. То есть, не в телефоне, не в плеере, а именно на наушниках вы сможете настроить более детально звучание, убавить, прибавить низкие частоты, средние или высокие, то есть идеально под себя их настроить. Вот такая неказистая маленькая коробочка. Давайте уже смотреть. Вообще, я вам скажу, обожаю бренд KZ за то, как они умеют сделать бас. Вот, даже достал вам показать пример. До сих пор, по сей день, пользуюсь KZ Z1. Лучшие на данный момент Bluetooth наушники, по моему мнению. Вот по звучанию KZ Z1 это лучшие наушники. Они уже не держат ни хрена, они держат минут 5. Они так-то держали часа 2, когда новые были. Сейчас минут 5. Ну а пару композиций послушать успеваешь и все. Но все равно никуда не выбрасываю, ничего. До этого у меня были S1, S2. Все также звучали прекрасно. Бас всегда KZ делает крутой и мощный. Коробочка такая небольшая, здесь мы видим сами наушники, название бренда, сзади модификации, спецификации, на что способны данные наушники. Никогда не заморачиваются они особо с коробочкой, да ну и ладно, коробку раз открыл, убрал и все, да, зачем. Но хотя это не мой вариант, я всегда обращаю внимание на детали, и здесь я обращаю внимание, что наушнички-то, ребят, очень красивые, смотрите. Что хочу сказать, обожаю вот этот стиль, такой роботизированный, технический, трансформерский, не знаю, как его назвать, что-то такое, вот на болтах, на болтовых соединениях. Ой, смотри, как круто, просто шикарно. Давайте смотреть комплектацию. Ну, кабелек здесь довольно простенький, стандартный, такой полупрозрачный. Здесь у нас 3,5 мини-джек, ну и уже по классике. 2 двухпиновых коннектора, которые вставляются в наушниках. Здесь также есть кембрик, все. Кабелек простенький. Первый раз такое встречаю. 3 пары сменных амбишур. А что впервые, что они черного цвета. Обычно идут белые. Скрепочка есть. Ну, понятно, это для того, чтобы переключать вот эти самые аквалайзеры. Как в телефонах. Такая обычная скрепочка. Ну, и в такой вот коробусечке уже лежат сами наушники. Такие хромированные. О, в комплекте у нас, значит, 3 пары сменных амбишур, а на самих наушниках-то тоже есть амбишуры, и они пенные. Смотрите, пенные амбишуры. Получается 4 пары сменных амбишур. Установлены пенные. О, так они прозрачные. Круто. Седры, ой, бляха-муха, они красивые, ребят. Вот такие мне нравятся. Тяжеленькие, размером среднего, я бы сказал. Небольшие, не маленькие, это средний размер. И как раз таки здесь вот, что хорошо, видно прям все драйвера. Довольно удлиненный носик, можно будет подобрать любые амбишуры. Золотистого цвета мы видим динамический драйвер 10-миллиметровый. 2 входа для кабеля. Арматурки. Вот арматурки видно, просвечиваются. Ну и вот эти самые тумблеры. 4 тумблерочка, вот они пронумерованы, 1, 2, 3, 4. Вот, вот арматуры. Вот 2 арматурки и 2 где-то. Вот они, и вот еще 2. Но мне больше всего нравится вот этот внешний вид. Смотрите, какая красота. Надпись такая. Там сеточка, значит. Опять же, болтовое соединение. Все так. Ой, круто. Ребят, выглядит. Уж не знаю, как там на видео. Но вживую. Хромированные, классные. Довольно увесистые. Ну, понятно. Потому что довольно напичканные. По посадке в ушах сели не хуже анатомических
вообще их не чувствую, то есть ничего никуда не давит, выглядят вот так, не выпирают, очень круто. И шумоизоляция просто изумительная, изумительная шумоизоляция, практически ничего не слышу, как в затычках, вот, которые в самолетах надевают, вот так они выглядят, я пока не вижу, ну ладно, давайте слушать. Блядь, ёб твою мать, блядь, да как сколько раз можно уже ошибаться на этом? Ух, они громкие, блядь, ой. Когда-нибудь с ума сойду, блядь. Громкие, блядь. Буду сразу по ходу теста вам рассказывать, что чувствую. Первое, что включил, конечно, меня тут ошарашило. Они очень звонкие. Пока, то есть начинается трек, начинается с высоких частот здесь. Композиция начинается. Высокие здесь ребята на высоте. Очень крутые. Также хочу сразу отметить, на половине громкости они орут так, что аж у меня кровь в уши идет. Очень громкие, это тоже давай отметим. Очень громкие. Даже смартфон их раскачивает, я представляю, если какой-нибудь крутой плеер. Какой же здесь охеренный бас. Это КЗ. И бас, и мид-бас. Такой крутой. Давайте еще хочу. Сейчас. Я так понимаю, здесь композиция такая. Я пока не чувствую вот этого сабвуферности этой, вот этого грома, как я его называю. Я тут его пока не чувствую. Возможно, композиция. Сейчас посмотрим дальше. Я только включил. Ну, здесь мид-бас. Такой динамичный. Такой драйвовый. Мид-бас, я кто не знает. Это и не когда... А это когда... Ой, блядь, какой он здесь крутой. Аж мурашки, сука. 3000, да? А ну-ка на всю, бля, я не смогу на всю. Не-не-не, пиздец, какие громкие. Это одни из самых громких наушников, которыми только встречались. И очень чистое звучание. Очень чисто, кристальнейшее, сука, чистое звучание. Да, это не планетарки, понятно. Не планетарки, не пьезоэлектрические драйвера. Но оно, мне, например, оно и нахер не надо. Где-то выслушивать какую-то там... Вот это что ли? Да, блядь, ну чистота здесь просто воздушная, чистое звучание. Давай следующую композицию, чтобы на ней не останавливаться. Так, вот бас помощнее. Чтобы как бы вам передать это. Это что-то с чем-то, ребят. За эту цену, опять же, да, я всегда с этой стороны подхожу, что соотношение цена-качество. Все, давай делать выводы. Так, я сниму, потому что в них я ничего не слышу сам себя. Хочу сказать, здесь идет акцент все-таки на бастхеды. То есть это явно выраженный бас. Ну, я бы сказал, все-таки ярко выраженный мид-бас. Прям глубокий бас, вот именно сабвуферный, да, чтобы вот этот прям объем. Есть такие наушники, которые... Вот даже, по-моему, вот в этих КЗ-ках Z1 сам объем баса, который, блядь, сабвуферный, я не знаю, как правильно называть, самые низкие частоты, которые... Мне кажется, здесь даже, освежить бы память. Может, я уже просто подзабыл, 100 лет их не слушал. Но в любом случае, мид-бас здесь просто драйвовый. Он такой чумовой. Хотелось бы немного больше прямо вот этих самых низов, вот этого сабвуферности. Но это я еще не работал с эквалайзерами. Я уверен, я и не буду это делать, просто я уверен, я на других пробовал, что то звучание, которое мне нужно, которое я обожаю, люблю, я из них 100% сделаю. Благодаря вот этим 4 эквалайзерам, даже не залазя в эквалайзеры с телефона или там, например, плеера. То есть, вот этими эквалайзерами я могу идеальное звучание. Они громкие, с ума сойти. Даже телефон их раскачивать так, что на полную громкость вы слушать никогда в жизни не будете. Оглохните сразу. Наушники крутые, ребят. Вообще без балды. За свою цену это просто шикардос. Все ссылки оставлю в описании. Также ссылку оставлю на мой Авито. Ну, как обычно, все как всегда. Нет, говорю, повторяю для тех, кто зашел на канал впервые. Однозначно рекомендую. За свою цену они у меня в топе. В топ-10 попадают. Такое уже внегласное голосование сделал сам себе. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.